Вступительная кампания 2020 в самом разгаре не только для белорусских студентов, но и для тех, кто преодолел тысячи километров, чтобы получить высшее образование в наших вузах. Сегодня у нас почти 24 тысячи иностранных студентов. С этого года ведущие учебные заведения стали принимать иностранцев и заочно. Подать документы и пройти собеседование можно онлайн. Юлия Карпенко подробнее. Луис Фернандо, уроженец Эквадора, провел в самолете 42 часа, преодолел 11 тысяч километров, чтобы получить диплом главного вуза Беларуси. Сегодня он уже зачислен в БГУ. В планах на ближайшие 5 лет стать ученым-математиком. Лететь за знаниями на другой материк было не страшно. Здесь уже второй год учится его родной брат. И он сказал, что здесь хорошая страна, и поэтому я здесь. Впрочем, выбирают наше образование не только по рекомендациям тех, кто уже взял эту высоту, но и по хорошему соотношению цена-качество. У меня есть друг, который учился здесь, в медицинском университете. Он здесь уже 4 года. Он сказал, здесь высшее образование и лучше, чем в Эквадоре. Принимать иностранных студентов в БГУ начали с начала лета и будут до октября. Уже сегодня в главный вуз страны зачислены 520 иностранцев. К слову, в этом году подавать документы можно и дистанционно. Кстати, в 2019-м по экспорту услуг БГУ побил все рекорды. 4000 иностранных студентов из 60 стран. В настоящее время по трем наиболее базовым версиям рейтингов – это QS, это THE и это American News. Мы устойчиво входим в лучшие 1,5% вузов всего мира, поэтому у нас хорошая конкурентная позиция, и мы действительно можем предлагать качественный образовательный контент, на который к нам действительно идут иностранные абитуриенты. Не меньшей популярностью у студентов из-за рубежа пользуется БНТУ. В прошлом году здесь училось 1500 иностранцев, в этом уже зачислено более сотни человек. Специфика приемной кампании 2020, как говорится, в ногу со временем. Студенты имеют возможность пройти собеседование онлайн и дистанционно подать документы. Беларусь – спокойная страна. Я много слышал про обучение в Беларуси, и у меня учится здесь много друзей, и они счастливы. В БНТУ учатся студенты из 45 стран. Большинство из них уже на подготовительных курсах начинают свободно говорить по-русски. В этом случае можно выбрать из 140 специальностей будущей профессии. Самые популярные у иностранцев – машиностроительные специальности, архитектурный и строительный факультет, IT-сфера. Иностранные работодатели, они подтверждают, что уровень полученных знаний в период обучения студентами, значит, соответствует достаточно высоким требованиям, которые предъявляет работодатель. Сегодня в 50 вузах страны учатся почти 24 тысячи иностранцев. Самой большой популярностью наше образование пользуется у китайских, туркменских и российских студентов. Юлия Карпенко, Анатолий Долотовский, агентство Теленовостей.